Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 7 на странице 75 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. В собачьих бегах участвовали Рекс, Дружок и Шарик. Шарик прибежал к финишу быстрее Дружка, а Дружок быстрее Рекса. Узнай, кто какое место занял. Итак, из условия задачи нам известно, что в бегах участвовали три собаки – Рекс, Дружок и Шарик. Шарик прибежал к финишу быстрее Дружка, значит, Дружок бежал медленнее Шарика. Ну, а Дружок быстрее Рекса, значит, Рекс бежал медленнее, чем Дружка, ну и, следовательно, медленнее, чем Шарик. Значит, первое место занял Шарик, второе место занял Дружок, а третье место занял Рекс. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под